7 июня Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета посетили представители компании «Оренбургнефть», которая относится к подразделению «Роснефть». Мы стараемся сделать цикл от профориентации и наших абитуриентов, будущих студентов, и также все это сделать единым циклом с поиском для них рабочих мест. То есть показать им возможности компании нефтегазового сектора в сфере трудоустройства. Основная цель данного мероприятия заключается в том, чтобы будущие специалисты могли найти уже сейчас компанию, в которую они хотели бы пройти практику или же в дальнейшем будущем работать. Стоит отметить, что это не первое подобное мероприятие. Со студентами ранее уже пообщались представители крупных нефтяных компаний. Мы широко используем такие средства проведения мероприятий, как дистанционная форма. Дело в том, что не все представители компании могут приехать к нам, но практически все могут выбрать время, чтобы пообщаться с нами по видеосвязи. Такие встречи были организованы с представителями компаний не только российских, но в том числе и зарубежных компаний. Представители компании «Оренбургнефть» в этот день рассказали о работе трех блоков на базе их предприятия, а также познакомили студентов с условиями, которые они могут им предоставить.